Видео подготовлено онлайн-гдз.нет, задание номер 25.5. Необходимо найти P от CD равное разнице P1 от CD и P2 от CD, если P1 от CD равно 3C в квадрате плюс D, P2 от CD равно 2C в квадрате минус 3D. Тогда P от CD, то есть разница между этими отношениями, у нас будет равна c в квадрате плюс 4d. Давайте квадрат нарисуем красиво. Так, дальше. B. P от CD. У нас равно все так же разница. Только на этот раз разница следующих выражений: 5c в четвертое плюс 3c в квадрате d и 2c в квадрате плюс 3c в квадрате d плюс d в квадрате. Это будет 5c в четвертой минус 2c в квадрате минус d в квадрате. В. P от CD равно разнице 12c в квадрате d минус 3cd в квадрате плюс 4 и 6c в квадрате d минус 5cd в квадрате плюс 5c. Это будет 6cd в квадрате d плюс 2cd в квадрате минус 2c плюс 4. Г. P от CD равно c в квадрате d плюс 2cd плюс d в квадрате минус выражение 5c в квадрате минус 6cd минус 7d в квадрате. Эта разница у нас составит минус 4c в квадрате плюс 8cd плюс 8d в квадрате. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.